Вот два дружка, два брата-акробата, вожак и его адъютант. Прижались друг к другу, они всегда плечо к плечу, спина к спине. Два бойца. Всегда прикрывали друг друга. И эта дружба их очень часто выручала и выручает. Посмотрите, друзья, какой величественный красавец. Просто смотреть на него, любоваться им — эстетическое удовольствие. Сила, мощь, красота. Величие такое. Видишь, они все вольеры, что загоняют. Вон здесь вышиванка вырвется. Слышишь? Пошел вот этот еще. А вон молоденький. А там за угощение схватка. Оп. Да, не зря эти два брата-акробата сразу подорвались, но до них, как зачастую, о, не уступают друг другу. Два трактора.